Сегодня 3 марта, день национального флага нашей страны. И с гордостью мы хотим рассказать вам о гостях, которые в нашей студии, ведь именно они создали флаг, объемный флаг в сложной технике, которая называется стринг-арт. Вот так вот. И давайте же представим самим участникам этой группы. Айгерим Джумалиева. Здравствуйте. Здравствуйте. Заман Турсунбеков. Доброе утро. Так. Аджамал Шамурганова. Шамуратова, прошу прощения. Вот. И организатор этой идеи Алмаз Кулматов. Доброе утро. Как ваше настроение, ребята? Отлично. Сегодня... Видим, как ответила Айгерим? Сходу. Отлично. Ну, они же не в первый раз на телевидении, не в первый раз вообще так активно участвуют во всевозможных опросах. Да. Я думаю, многие задают вам вопросы с самого начала этого проекта. Ну и давайте об этом проекте начнем, пожалуй, с самого первого пункта. Как вообще пришла идея? Кстати, на этом экране вы можете увидеть, как это все происходило вообще. Вот он, флаг. Вот здесь. Давайте рассказывайте. Детализация работы. Здравствуйте еще раз. Вот наша команда, творческая мастерская «Белек», уже работает 1.5 года. Вот. И 3 месяца назад мы как бы начали заниматься именно вот направлением прикладного искусства стринг-арт, как здесь видите. Вот. То есть есть и другая работа? Да, это наша первая работа. То есть на ней вы, скажем так, оттачивали мастерство? Да, можно так сказать. Я уже, походу, знаю, что я подарю на 8 марта свои... Вот месяц назад нам пришла идея сделать такой масштабный флаг Кыргызской республики по технике стринг-арт. Потому что этот 2016 год назван годом истории и культуры. Вот мы этот год хотели как бы сделать такую масштабную работу и показать всем, что у нас такой красивый флаг, хорошая история. Вот это вот хотели всем показать. А сколько людей было задействовано в воплощении этой идеи? То есть кто непосредственно забивал гвозди, а кто наматывал нити? Нет, самое интересное, Айгерим такая забивает гвозди, а Заман такая нитками работает. Почему бы нет? Вот наша команда, вот мы втроем. Ну, идея пришла так спонтанно. Даже мы не помним, вот кто именно вот сказал, да, флаг-то. Ну, кто-то придумал, вот давайте сделаем флаг, потом мы дополняли, давайте такого размера сделаем, например. Давайте такими нитками, давайте по такой технике, да, например, вот так вот. И вот по ходу мы придумывали, например, схему, да, вот как сделать так, чтобы там равномерно красный цвет распределялся, да. Сколько слоев этого делать. Ну, вот, в общем, мы все советовали. А сколько гвоздей и ниток было потрачено? Гвоздей было потрачено около 13 тысяч. Вау. Ниток было потрачено около 20 километров. Размер самого полотна 2 метра 44 сантиметра и высоту 1 метр 52 сантиметра. Ну, а привлекали ли вы каких-то специалистов для вот создания этого работы? Потому что флаг страны, все-таки там оттенки. Ответственность, это ответственность на самом деле в первую очередь. Когда мы начинали работу, мы хотели, чтобы он был у нас по всем параметрам правильный, чтобы лучики были правильные, чтобы тундук был правильный. И какого специалиста мы привлекли? Мы привлекли одного из авторов нашего флага, это Эдиль Ага, Эдиль Айдарбеков. Спасибо ему, если он видит. Как он вообще сам отнесся к этой идее? Ему очень понравилось, да, ему очень понравилось. Он приходил с таким восторгом, нам советовал, говорил. И показал, что, где, как должно лежать, что, какого должно быть размера. Ну и учитывая то, что было использовано 13 тысяч гвоздей и 20 километров ниток, я боюсь спросить, сколько времени вы потратили на изготовление, собственно, этого флага? То есть сколько часов, скажем так, в день вы уделяли именно ему? Мы работали примерно 9 дней. 9 дней. Да, мы, вот, получается, с утра до вечера, можно так сказать, работали. Ну и вот в последние моменты, да, вот, ну, вот 26-го мы должны были поставить его на выставку в Бишкек-парке. И мы немножко торопились, и мы должны были успеть срок. И пришлось остаться на ночь, вот один день, и вот ночью мы работали. Но вы точно срок сдали. И Алмаз, у меня к вам такой вопрос, как организатору. Где могут наши граждане, наши люди, да, вот, живущие в нашей стране, увидеть этот флаг? Могут ли они вообще это сделать? Еще раз доброе утро. Я являюсь одним из организаторов, еще двое девочек есть, которые помогали нам этим всем сделать. А в данное время можно увидеть в Бишкек-парке сегодня до 11 часов. Она будет стоять, потом мы перенесем его во дворец спорта «Этнозал», где состоится аукцион на данный, так сказать, шедевр. Аукцион состоится в час дня, начнется. Хотели бы пригласить всех желающих поучаствовать. То есть это будет открытый аукцион? Да, открытый аукцион. И начальную цену мы сделали 75 тысяч сомов.
Все вырученные средства от благотворительности мы хотим направить в Токмакский детский дом на ремонт столовой. То есть эта акция, этот аукцион носит характер благотворительного аукциона. Поэтому, если есть желающие, я не знаю, взять к себе домой такое огромное, красивое и патриотичное полотно, или, может быть, приобрести его и подарить кому-то из партнеров из-за рубежа, это тоже будет, мне кажется, очень приятно, нужно. Ну, а, ребята, вот какой размер самого полотна, повторите еще раз, и вес, если, ну, кто-то решит самостоятельно его унести, к примеру, я. Размер полотна... В длину 2 метра 44 сантиметра, а в высоту, ширину получается, 1 метр 52 сантиметра. А весом, точно не знаю, но примерно 80 кг. Сколько человек нужно, чтобы поднять его? Два человека. Вот. Два человека. Тяжело очень. Два крепких мужчины, скажем так. Еле-еле поднимают. Еле-еле поднимают. Ну, вообще молодцы, ребята. Я вот смотрю, это кропотливая работа. Сама вот эта техника. У нас где-то обучают ей или вы самоучки? На самом деле, спрашивали, ну, скажите, что вы увидели в интернете. Мы этого не скрываем. Мы его увидели в интернете, технику. Он развит еще давно, в 18 веке появился. Развит на Западе очень хорошо, а у нас его, как мы замечали, не делают. Мы вот увидели его, влюбились и решили за него взяться. Месяца три назад мы увидели, сделали, и потом уже все это перешло к вот такому масштабу. Нет, ну, Гири, мы так сказали, как будто вы этого стыдитесь. Я думаю, любой может увидеть эту технику в интернете, но я думаю, не каждый сможет это сделать. Да. Поэтому я думаю, этим можно гордиться в любом случае. Ну а вообще в этой технике собираетесь вы сделать еще что-то? Как мы везде говорим, дай бог, мы сделаем, но всех секретов мы раскрывать пока не хотим. Что же вы такие тайные? А вообще, как вы думаете, можно ли создать портрет? Да. Вот сейчас вы уже приоткрыли завесу тайны. А вот чей это будет портрет, дорогие телезрители, вы узнаете через некоторое время. А через какое время, кстати, вы приступите к новому проекту? Не скажу, тоже секрет. То есть, ну, я надеюсь, что до конца этого года вы это сделаете. А какой-либо другой деятельностью вы еще занимаетесь? Да, я думаю, Вадимка расскажет. Мы, на самом деле, с командой, я Белек уже сказали, да, работаем уже 1.5 года. Но за это время мы тоже делали какие-то проекты. Но в основном мы занимаемся подарками. Мы делаем вот такие цветочки. Это подарки. Могу показать. К 8 марта очень нужен подарок. Это для тех привередливых дам и женщин, которые говорят, ну мне жалко цветы, вот срезаешь, а они вянут, а эти не завянут никогда. Они хранятся очень долго, несколько лет, и даже вот больше 10 лет, может быть, даже хранятся. Все это делается вручную, и поэтому очень ценно, думаю. А вообще вот в своей студии вы работаете как в качестве дизайнеров-изготовителей или, может быть, еще кому-то, может, преподаете, учите? Обращались ли к вам за тем, чтобы научиться перенять какие-то техники? Пока что нет, но пока мы только сами работаем. Ждите, после аукциона обязательно придут люди. Но если придут, вы не откажете? Нет. Мы всех ждем, да, если есть желающие, если есть те, кто хотят присоединиться к нам в команду, добро пожаловать, у нас двери открыты. Вот такая вот открытая, замечательная компания у нас. Ну а вообще, скажем так, творчество – это не основная деятельность в вашей жизни, вы все-таки являетесь студентами разных университетов. Что вообще вас объединило изначально? Мы и Айгерим, и Аджамал, и я учились в Бишкекском колледже архитектуры и менеджмента в строительстве. Там Айгерим была президентом нашего колледжа, вот там и познакомились. Потом мы были волонтерами от Алмазбеке Чиндилимден, фонд общественный, молодежный. Вот там были волонтерами, и вот здесь и все, там и началось. Вот такое вот замечательное образование. У меня есть такой слегка, коллектива. Может быть, каверзный вопрос. Для вас это все-таки хобби или... Способ заработка. Да. Я думаю, для студентов это отличный способ заработать. Знаете, мы, получается, архитекторы. Сейчас Айгерим тоже на архитектора продолжает учиться. А я поступил на дизайнера одежды, а Аджамал вот, поступила в МАНАС. Но она тоже собирается на графику. Ну, все здесь художники, дизайнеры. Ну, скажем так, это ваша практика. Совмещение практика, приятного с полезным. Спасибо большое, ребята, за то, что вы пришли. Напомню, что сегодня состоится благотворительный аукцион. Успейте до 11 часов в Бишкек-парке. Вы можете сделать несколько фотографий, а потом отправиться во дворец спорта для того, чтобы возможно стать обладателем этого полотна, который посвящен... Поэтому, дорогие...